На смену футбольным фанатам на площадь у Южного Мола пришли рабочие и спецтехника. Бригады демонтируют конструкции и временные постройки. Гигантский экран также разбирают на небольшие фрагменты. Фан-зона радовала поклонников футбола практически каждый день Мундиаля. Здесь проходили концерты звезд эстрады и трансляции матчей чемпионата мира. Всего было показано 40 игр из 64. Всего за время футбольного первенства фестиваль болельщиков в Сочи посетили более 500 000 человек. Также с сегодняшнего дня центральные улицы, которые во время чемпионата были пешеходными, открыли для движения автомобилей. Проезд для машин был закрыт больше месяца. Сегодня город вернулся к привычной схеме организации дорожного движения в центре курорта.